Всем большой привет! Хочу вам представить одну интересную конструкцию отопительного котла с теплообменниками, так называемыми термосифонами. Это вот эти вот штучки, это стаканчики, которые вварены в стенку стопочной стороны. Котел сварен из металла толщиной 6 мм лист и опрессован давлением 5 атмосфер. Если его, так сказать, сутки. Стенки укреплены электрозаклепками, то есть проклепаны для того, чтобы не раздувало котел высоким давлением. Газоход, топка, организована через перевальную стенку. Вот она, перевальная стенка, на которой расположены вот эти самые термосифоны или бобышки. Они полые внутри и повышают удельную мощность с 1 квадратного метра топочного пространства. Каждая вот эта термосифон, бабышечка, дает примерно около 150 ватт прироста мощности. Эта конструкция родилась в результате длительных экспериментов. Вот дымоход. В нем тоже есть на выходе вот эти термосифоны, 4 штуки. Всего их 36. Мощность этого котла порядка 30 кВт. Сверху можно ставить стандартную жаровую плиту. То есть можно его использовать еще и как кухонный агрегат. И дополнительно врезан в рубашку ТЭН, СЭФ. Он на резьбе для дежурных режимов. То есть электропитание можно подавать на этот котел. Вот такой интересный агрегат. Имеет очень высокую удельную теплопроизводительность за счет вот этих самых термосифонов. Эти конструкции уже опробованы на практике неоднократно и доказали свою эффективность. Спасибо за внимание.